Ты еще успею похудеть. Как похудеть за один день на 5 килограмм? Пожалуйста. У меня метаболизм хороший. Неудачница. То ли это как-то пережили, и это переживем. Я с понедельника похудею. С понедельника. Как-то я не успела. Если ты готова к лету, присылай такой смайлик. А если нет, такой. И не забудь лайкнуть. Зачем нам нужны парни? Мы спокойно можем и без них. Наоборот, девушка расцветает. Мне нужен парень. Чувствует себя уверенно. Ё-моё, вот это я стрёмная. Это потому, что у меня парня нет. Начинает любить себя больше. Я жирная. Никто не любит. Чувствуешь себя сильной и независимой. Вот моя судьба. Я считаю, что перед своим парнем нужно быть всегда сексуальной. Я всегда сексуальна. Зай, зай, смотри. Я Шрек. Да? Я возьму твой станок, мне нужно ножки побрить. Ой, зай, подай салфетку. И не надо сюсюкаться с парнями. Ой, а кто это у нас там такой холодный? Все хорошо, не мешайте мне работать. Да все хорошо, вот. Мне нравится себе, что если я решила, значит я решила. Если я решила, что мне надо похудеть, я похудею. Ой, нельзя отучиться взять, блин. И зло, что я сказала, что завтра похудею. Завтра, значит завтра. Завтра не сегодня. Не зависеть от парня вообще. Солнышко, ты дашь мне карточку, я себе юбочку хочу купить. У меня немного юбок, у меня одна единственная юбочка, блин, такая красненькая. Жлобье. Главное, всегда оставаться женственной. Зай, не забудь купить пивас, ага. Присылай такой смайлик, если узнала себя. Лучше вспомни сам, что не так. Все хорошо. Чувак, все очень плохо. Очень критическая ситуация. Поздно. Тема закрыта. Все только начинается. Мы услышали, просто даем шанс исправиться. Поза утиной губки говорит о том, что ты натворил очень много фигни. Я думаю, пора купить новые сережки. Не трогай меня. Не трогай ее. Я вообще не злюсь. Чувак, лучше беги, она уже сделала на тебя куклу Вуду. Ты где-то налажал или просто она переела? Если хоть раз. А можешь больше не крутить пальцы? Отлично. Оп. Вот это я жирная. Фу. Чем шире, тем лучше. Поджиров не видно.
тяжелее дыша. Нет. Жень, можно? Нет. Женя, пожалуйста. Нет. Женя, можно? Нет. Ну, пожалуйста. Жень, ну, пожалуйста, ну, один раз. Ну, пожалуйста, пожалуйста, один разочек. Нет. Жень, можно? Ну, ладно. Ну, ладно. Они думают это весело. Они считают это забавным. Но, нет. Держитесь, пацаны. Это будет с каждым. А ты...